Приветствую вас, друзья, и мы продолжаем играть в игру под названием My Summer Car. Продолжаем с вами работать на говновозке, тем временем, кстати, уже расцветает. Я пока вытаскиваю шланг, ну и поедем на второй вызов. Не знаю, доедем мы до Лупи или нет, я подумаю. Как доедем, выполним второй заказ, так, что-то я подпрыгнул. Как выполним второй заказ, там уже посмотрим. Сколько там время будет, сильно я буду хотеть спать и так далее. Надо было, кстати, пшикнуть спреем от комаров. А то опять комары задрали. Так, все, я вытащил благополучный шланг. Теперь не роняю его, как в прошлый раз. Аккуратно его засовываем сюда. Так, забираем фонарик. Чуть не забыл совсем про него. Давай, удачи, мужик. Удачи тебе бухать и ничего не делать. Хватит смотреть на меня так. Это не я нассал под твоим домом, это вон лось пробегал. По-любому он. Так. Давайте берем фонарик, сюда засовываем. Выключать мы его не будем. Закрываем дверь. И поехали дальше. Так, что у нас там? Попить нужно. Давайте бахнем пивка. Так, ничего не видно, блин, теперь за бутылкой. Мужик, лови, ты бутылки собираешь, я слышал. Так, и погнали. Ручник. Опять давление. Стабилизировалось. Блин, смотрите, он по кругу, что ли, здесь гоняет? Этот лось. В прошлой серии здесь бегал. Или, похоже, он одну и ту же дорогу перебегает. Так, теперь нужно разобраться, в какую нам сторону-то ехать. А то что-то я запамятовал, на самом деле. Так, вот туда нам, да? Так, ну вроде да. Справа же был дом от меня. Да, специально на записи сейчас прошлой серии посмотрел. Дом действительно был справа, так что погнали. Так, ручник я опять поставил на всякий случай. Снова давление. Я, честно говоря, не знаю, как стартовать, чтобы давление было сразу нормально. Это ведь давление или я вообще что-то путаю? Может, я что-то другое вообще давлением называю? Я так понимаю, предупреждают нас о низком давлении. Нужно немного погазовать, и тогда все стабилизируется. Так, ладно, проезжаем здесь, и, по-моему, вот этот дом уже это следующий вызов. На самом деле они довольно близко, точнее, располагаются. Давайте искать мужика. Так, аккуратно сюда заезжаем. Ну, уже расцвело, на самом деле. Да, вот мужик, но он, правда, даже стоит, как ни странно. Давайте здесь тормознем, включим, наверное, нейтралку. Ну и топливо, кстати, должно скоро закончиться. Так, здорово. Здорово, Иваныч, как дела, как сам? Чё? Чё, руку пожать хочешь? Сейчас, погоди, я настрою. Давай, все, я готов. Здорово, здорово. Ой, ты чё, упал? Иваныч, ты чего? Он вырубился. Иваныч, я же только с тобой поздоровался. Так, погоди, это он вообще? Это нужный нам человек или нет? Зачем он протягивал руку? Так, нет, по-моему, это вообще какой-то левый мужик. Эх, Иваныч, опять нажрался. Нужно у тебя изъять некоторый реквизит. В следующий раз зато будешь трезвым, Иваныч. Понял? Ты хоть живой, Иваныч? Да, вроде нормально. Ну ничего, отоспится, правда, он с открытыми глазами спит, но это он с детства так любил. Знаете, сидит в школе и спит с открытыми глазами, а учитель думает, что он и не спит, а слушает внимательно. Вот такой он был, Иваныч. Так, ладно, тогда мне нужно глянуть карту. Чё-то я запутался там, куда мне дальше-то ехать? Короче, мне еще нужно немного проехать. Давайте дальше. Иванычу уже никак не помочь, он отоспится, проснется. Напиток свой, правда, не найдет. Но ничего страшного. Подумает, наверное, по пьяни куда-то задевал, разбил всю хренам собачью. На меня-то он и не подумает, он меня даже и не вспомнит. Так, тем временем, кстати, можно уже, наверное... Ой, пониженный случайно включил. Можно уже вырубать фары. Так, возможно, вот этот вот дом, друзья. Давайте глянем, здесь есть кто? Ау, хозяева! Там, кстати, туалет, можно здесь засейвиться. Но, я так понимаю, пропадет тогда наше задание. Давайте выйдем, глянем. Есть кто дома? Нет, похоже, здесь никого. А в туалете? Ну, давайте ради эксперимента посмотрим, можно ли здесь вообще засейвиться. Да, можно, но если я сейванусь, меня выкинет в меню, и все задания пропадут, насколько я понимаю. Так что поехали лучше дальше. Ой, хавчик выпал. Хорошо, что я заметил это. Кстати, мне там не пора есть, видимо, нет. Главное, бутылочку
не потерять, который я спер у Иваныча. Так, усаживаемся, хапанем пивка, закрываем дверь и поехали дальше. Но нам по прямой ехать, и с какой стороны должен быть очередной дом. Ну, смотрите, как киданул. Так, все, поехали. Свет тогда вообще можно вырубить, но в кабине, наверное, оставлю. Все-таки в кабине темновато. Так, ну я вижу какой-то дом, возможно, это нужный нам дом. Блин, я пытаюсь масштабировать, зумить на правую клавишу мыши, как в Ялопе. А в Ялопе иногда, наоборот, на Ctrl нажимаю, чтобы масштабировать. Нет, по-моему, это не тот дом. Нужно, наверное, проехать еще немножко. Так, ну ладно, давайте прокатимся слегка. Так, ну слушайте, я пока еще нормально, бодренький достаточно. Так что, возможно, даже и до Лупи доедем. Но, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо сейчас сваливаться, не надо. Я не хочу сейчас все заново потом начинать. Так, ну блин, я надеюсь, я не пропустил этот дом. Ничего не видно. Стекло бы помыть, была бы возможность. В Ялопе-то можно. Но здесь нельзя. Но я надеюсь, добавят. Потому что, ну, это невозможно, когда светит солнце прямо на лобовуху. Все эти пятна и так далее, все эти разводы мы их видим сразу, и они мешают, конечно же. Так, это что? Вот, кажись, нужный нам дом. Мне кажется, это он, друзья. Главное потом не забыть дорогу до дома. Да, ну, наверное, в Лупе мы не поедем. Мы все-таки не поедем, да, мне кажется. Оставим на потом последние два вызова по говновозке. Для говновозки, точнее. Так, ну, похоже, это он, друзья. Мне кажется, это он. Или вон тот. А, нет, погодите, мы до Лупи, что ли, доехали? Так, или нет? Мастерская же в Лупе находится. Так, ну я вижу здесь канализацию. Короче, мы здесь тормозим. Возможно, я все-таки пропустил какой-то дом. Так, здесь вообще мужик есть какой-нибудь? Мужик, есть кто дома? Да, мужик здесь есть. Похоже, мы все-таки до Лупи доехали, если... Или нет. Так, что там за знак? Ладно, давайте добежим пешочком. Ничего страшного. Нужно, наверное, заглушить или нет? Ладно, не буду глушить. Так, ну вот здесь стоит маслкар этот. Автосервис. Сюда мы потом поедем, чтобы нам выпрямили корпус. Ну, кстати, от грузовика кабина. И корпуса тачек. Трактора. Ну да, короче, я в Лупе. Похоже, я один дом пропустил. Возможно, я начал сразу со второго. Ну ладно, раз мы доехали сюда, давайте, конечно, выполним два заказа здесь у нас. Давайте вот этот вот первый. Значит, в итоге останется один. Либо мы его выполним на обратном пути, либо мы сделаем сейчас здесь один только. Не знаю, короче, как получится. Давайте тогда начинать сразу же, чтобы время зря не терять. Так, открываем дверь. Паркуемся. Надо аккуратно припарковаться, потому что, по-моему, тут деревья. Так, погнали. Аккуратненько поворачиваем. Главное здесь не перевернуться. Да, здесь дерево, блин. И не хочется, конечно, в него впечататься. Вот так вот мы развернемся. Первое. И аккуратно. Пока люк я не открыл. Вот так вот прямо на него заедем. Так, и приблизительно... Приблизительно вот так вот тормознем. Так, должно хватить. Давайте нейтралку включим. Выйдем, глянем, что у нас там. Да, да, практически идеально. Вроде как должно хватить длины. Так, ну что, по старинке, как всегда. Давайте берем шланг. Открываем люк. Так, здорово, здорово. Я с тобой поздоровался, не помню или нет. Держи люк. Уже второй вызов за сегодня, представляешь? Такие дела. Ночью работать начал. А уже утро раннее. Тружусь в поте лица просто. Так, засовываем. На этот раз прям отлично все получилось. Главное, чтобы не оторвался куда-нибудь. И не упал бы туда. Так, запрыгиваем, включаем помпу. Да блин, дверь закрывается. Не очень, конечно, удачная парковка. В плане наклона. Так, помпа. Врубаем, ждем. Получаем бабки и... Сколько у нас там будет? Я уже забыл, честно говоря, поскольку они платят. 1200, по-моему, да? Значит, у нас будет почти 6200. Почти 6200. Че, у тебя там тоже пусто? Да, небогато вы живете. Небогато. Вы с братьями живете, я так понимаю.
Это брат того мужика и других мужиков, потому что они практически идентичны. У них, кстати, разные надписи на футболках. На майках. Это скорее майка-алкашка. Было бы интересно понять, что на них написано. Так что кто-то мне там переводил диалоги. Если вы знаете, что написано на майках, переведите, пожалуйста, тоже напишите в комментариях. Мне интересно узнать. Переводить я сейчас не могу с помощью переводчика. Так, нужно хапануть пивка. Дверь постоянно закрывается, блин, мешает. Давайте хапанем. Так, ну и на самом деле я уже спать хочу. Так что, наверное, мы будем разворачиваться, да и домой поедем. Тут, конечно, все по пути. Можно было выполнить все задания, но боюсь я потерять весь прогресс. Так что, наверное, мы в следующий раз уже вернемся сюда и закончим эти два задания сразу тогда. По пути, опять же. Давайте закончим с этим и будем возвращаться все-таки домой. Чтобы засейвиться уже нормально. Выложу я тогда сейв. Обновлю, точнее. Сейв в группе. Так, что такое? А, готов уже платить? Давай, давай. Ты люк, кстати, свой уронил. Так, итого у нас, да, почти 6200. Так, ты крышечку-то не теряй. Это что это? Не дело, не дело. Что такое? Что такое? Что такое? А, это же я. Мне послышался-то он. Сатану там вспоминает. Это я от Вони. Мимо проходил опять. Так, помпу мы вырубаем. Давайте. Сматываем шланг. Да, дверь, перестань закрываться. Как же это бесит. Сматываем шланг и поедем домой уже. Надеюсь, доедем без приключений. Главное, не задавить того лося. Потому что он наверняка там ошивается. Чисто по скрипту. Да ё-моё. Ну, блин, вот это вот бесит. Доставать, конечно, гораздо тяжелее. Блин, смотрите, как он тянется, как будто сейчас порвется. О, боже мой. Что-то вообще не хочет на этот раз. Так, вроде пошел. Нормально, тяни, 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 тяни. Стой, 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 стой. Боже, блин, как это бесит, как это раздражает. Сущий шланг. Мужик, ты бы помог хотя бы. Я же плату-то небольшую с тебя взял. 1200 всего лишь. А это не деньги в наше время-то. Давай, тяни, 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 тяни. Блин, да это жесть какая-то. Я сейчас случайно еще в канализацию упаду. Че так не везет? В прошлый раз нормально вытащил. Сейчас что-то вообще не идет, как будто он застрял там. Так, вроде пошло. Да, кажись, пошло. Все, должен вытянуть. Так, обратно только не надо, пожалуйста, засовываться. Нам, кстати, нужно еще придумать, где мы избавимся от говна. Ну, наверное, я вместе с говном подгоню грузовик дома, а потом мы уже в следующей серии будем избавляться. Придумаем какое-нибудь интересное место. На этот раз здесь мы гадить не будем. Все-таки здесь автомастерская рядом. А, это что? А, это моя бутылочка валяется. Так, все, короче, разворачиваемся, поехали домой. Пока мы доедем до дома, я еще сильнее захочу спать, так что нужно, наверное, поспешить. Так, погнали. Давайте здесь как-нибудь развернемся. Вот так вот, я надеюсь, сейчас я в яме это не застряну. Так, в какую мне сторону? Да, вроде все правильно, да? Отлично, разворачиваемся и поехали домой. Сейчас глянем, кстати, попадется нам этот лось или олень, не знаю кто это. Или лосиха, или олениха. Но мне кажется, не попадется. Наверное, они только ночью шастают специально, чтобы был шанс ее сбить случайным образом. Так, друзья, все, топливо, кажись, закончилось. Да, закончилось топливо. Главное не скатиться. Давайте нейтралку, наверное, врубим. Так, ручник. Так, что я дернуть могу ручник? Так, все нормально. Сейчас тогда возьмем канистру, заправимся. Ну, это предвиденные обстоятельства, так сказать. Давайте, хоть немножко зальем. Ну, в принципе, должно хватить, наверное. До дома. Я надеюсь, по крайней мере, друзья. Не хочется, конечно, пешком идти. Но вроде как добавили возможность автостопом кататься. То есть вытянуть палец. Не знаю, правда, на какую клавишу, нужно разобраться еще. Вытянуть палец и попросить кого-нибудь подвезти. Так, нужно сейчас не разлить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Закроем крышку тогда. Нужно сейчас не разлить топливо. Как можно больше залить, попытаться. Так, теперь мы открываем. Берем.
И аккуратненько наклоняем. Заливаю. Да, заливаю. Смотрите, очень медленно заполняется шкала. Ну, я думаю, хватит нам до дома доехать, потому что у нас и так было перед поездкой на дне просто топливо. Но и все-таки мы, смотрите, как далеко забрались. До Лоппи аж доехали. Лоппи, не знаю, называйте как хотите. Плюс я запачкался тут весь в говне. Так, все, да? Да, слегка мы все-таки бензина, точнее, дизеля залили. Ну, надеюсь, хватит, друзья. Так, все, кидаем сюда. Закрываем крышечкой. Шланг на месте, да? Все в порядке. Да, со шлангом все отлично. Ну, осталось только благополучно доехать до дома. Никуда не свалиться. Будет все тогда отлично. 6 тысяч мы с вами уже заработали. Осталось совсем немного. Так, пробуем завестись. Давай, 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 давай. Отлично. Так, ручник, первое. И погнали, друзья, погнали. Путь, в принципе, небольшой. Должны доехать. Главное, чтобы я не сдох от недосыпа. И тогда все будет в порядке. Так, ну, вроде как тут особо пока что никуда поворачивать не надо, да? Нам нужно доехать до перекрестка и потом повернуть сразу направо и снова направо. Давайте на второй, наверное, поедем. Сильно разгоняться я не хочу, но на самом деле надо бы поднажать. Ну, не знаю, как пойдет, в общем. Тут, по-моему, все-таки есть пару местечек, где можно свалиться. Так, вот здесь вот что-то меня занесло. Как-то странно, как будто шины прокололись. Так, ну все, я вроде выровнял наш грузовик. Максимум 60 я, наверное, буду гнать. Если гнать 80, то начнутся уже проблемы. Так, какой же я дом пропустил? Может, сейчас я мимо него буду проезжать? Точно не этот. Здесь, по-моему, даже мужика никакого не было. Я обходил этот дом. Да, где-то в самом начале, на перекрестке, я, видимо, пропустил первый дом. То есть второй я обслужил. Вторую метку. Первую я пропустил. А вот это непонятно, что за мужик на самом деле. Что с ним делать вообще? Или его надо было подвести, может быть, кстати. Но он вроде не около паба. Звонил нам чувак, который в пабе нажрался. И попросил его отвезти. И, кстати, я не знаю, за это мы деньги бы получили или нет. Хрен его знает. Но для начала мы тогда все заказы, связанные с говновозкой, выполним. И потом, скорее всего, будут поступать заказы, связанные... Так, здесь поворачиваем? Нет, нет, мы здесь не поворачиваем. Едем дальше. Да, вот здесь я выполнил первый заказ. А по счету он второй, по идее. Так вот, не знаю, заплатит ли нам пьяный мужик за то, что мы его отвезем. Потому что вроде как, если мы поедем автостопом и кого-нибудь остановим, платить не придется. Так, хотя, блин, я не знаю, короче, где я дом пропустил. Будем потом разбираться. Значит, это все-таки первый был. Раз он сильно близко к перекрестку. Хотя хрен знает. Ну, в любом случае, мы потом узнаем. Доедем сейчас до дома, глянем на карту, и там все станет ясно. Все станет на свои места. Так, я ж туда повернул? Да, все нормально. Теперь осталось повернуть направо на первом же повороте. И все, мы благополучно доберемся до дома. Так, нужно долбануть, кстати, пивка. Но не особо отвлекаюсь от дороги. Так, нормально. И выкинем в окошко, пожалуй. Не хочется, конечно, загрязнять природу. Но тот мужик, наверное, пьяный, где-то в округах здесь бегает, ходит, собирает бутылки. Чем ему еще заниматься с пустым домом? Он явно дома не сидит, не смотрит телевизор. Сидит только на крыльце и пьет пиво. Так, а вот и поворот, друзья. Ну, очень быстро мы добрались. Может быть, я все-таки бы и успел, на самом деле, еще один заказ выполнить. Но не хочу рисковать просто. Мы все-таки не засейвились перед тем, как я там все прикрутил и так далее. Покрасил заново автомобиль. Так что давайте лучше поспешим домой, выспимся. А там уже будем думать дальше, составлять дальнейший рабочий план. И там уже осталось немного заказов, связанных с говновозкой, как я говорил. Так, так, опять я что-то задрифтовал немножко. Но нормально, вырулил. Так вот, наверное, в следующей серии мы выполним оставшиеся два заказа. И, может быть,
Может быть, кого-то подвезем. Или наоборот, не будем выполнять эти два оставшихся заказа. А как раз-то поедем, заберем пьяного мужика ночью, например. Разнообразим, так сказать, геймплей. Бензин, кажется, закончился. Да, топливо кончилось. Блин, хреново, я все-таки не доехал. Ну-ка, давай. Немножко оставалось на самом деле. Блин, бежать пешком что-то совсем не хочется. Но мы можем по старому плану набухаться, появиться дома. Блин, ну отстой, чуть-чуть не хватило, совсем немножко. Давайте еще вот с горочки скатимся. Может быть, хоть немножко сможем. Ну-ка, давайте попробуем завестись. Может, на последних силах можно как-то. Ну, давай. Давай. Ну нет, это бесполезно, конечно. Хотя, смотрите, какой-то звук машина издает. Да уж. О, хотя завелась, по-моему. А, нет. Ни хрена подобного. Так, ну дальше все, мы уже не сможем поехать. Ладно, друзья. Кстати, я только сейчас заметил, что справа внизу теперь пишется, какая передача. Это опять же после обновления. Разработчики, кстати, сказали, что сначала они исправят старые проблемы, а потом уже будут добавлять новый контент. Так, ну что мы будем делать? Наверное, ничего брать не будем. Так, что у нас там по еде, по воде? Попьем, наверное, пивка немножко. Ну и пойдем пешком, ничего не поделаешь. В принципе, тут не так далеко, минут 5, наверное, пешком идти. И потом тогда в следующей серии мы поедем в магазин на заправку, на фургончике. И по пути заберем канистру из-под дизеля. Тоже ее заправим. Ну и потом как-нибудь отсюда грузовик заберем. Главное, что он здесь стоит на колесах. Правда, если кто-нибудь впилится в него, вот это уже проблема. Надо было все-таки, наверное, съехать немножко. Ну хотя вряд ли они его перевернут, если впилится. Вряд ли, да. Так что пока оставим так, короче. Выключим зажигание, чтобы тут ничего не горело, не мигало. Так, теперь брать мы ничего с собой не будем, чтобы бежать было удобнее. Я надеюсь, я успею добежать. Так, кстати, что у нас тут? Колесо вращается. Давайте ось спустим. Так, все. Теперь все нормально. Вот теперь вряд ли они смогут его затолкать куда-то. Давайте тогда, наверное, говно... Или не будем говно сейчас спускать здесь прямо на дороге. Побегу я, короче, не буду тратить время. Побежал я, короче, друзья. Нужно успеть. Блин, смотрите, зато как ровненько я припарковал. Прямо здесь застрял посреди дороги. Ну да, надо было все-таки съехать. Что-то я об этом не подумал. Так, и тем временем я уже совсем испачкался, совсем грязный после работы. Очень хочу спать, немного покачиваюсь. Я надеюсь, я вообще туда повернул, а то у меня такое ощущение, что я вообще не туда куда-то бегу. Так, ладно, давайте будем срезать. Знаете, я тут подумал, было бы круто, если бы здесь в игре был бы какой-нибудь складной маленький велосипед, который можно загрузить в грузовик, в багажник автомобиля и так далее. Например, сломался там или какая-нибудь безысходная ситуация, что даже нельзя автостопом доехать. Взял велосипед, достал. Хотя бы быстрее будет, чем пешком бежать. Так, ну я уже добегу, короче, я уже затеялся. До конца уже добегу. Главное, чтобы, опять же, я успел и не сдох от недосыпа. Там, по-моему, полчаса дается. Полчаса не прошло. Минут 15 у меня, я думаю, в запасе есть. А добегу я приблизительно за 5, так что я думаю, будет все в порядке, друзья. По крайней мере, я верю в это и на это всей душой надеюсь. Кстати, раз уж мы здесь бежим, давайте попробуем искупаться в луже. Я надеюсь, я туда куда-нибудь не провалюсь. Посмотрим, смогу ли я вычиститься. Ну-ка. Ну, наверное, нужно подождать немного. Ладно, нет у меня времени на это дерьмо. Тем более я тут уже практически рядом с домом, так что осталось совсем немножко. Последний рывок, да. Ну, достаточно близко я на самом деле. Да, совсем чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть. Ну, буксировкой мы уже заниматься не будем. Можно было бы, конечно, попробовать с трактором отбуксировать грузовик. Все-таки на этот раз он на колесах, так что, возможно, получится. Хотя, может, так и сделаем в следующей серии. Ну, в общем, подумаем. Сейчас мы уже точно этим заниматься не будем. Давайте поспим.
посмотрим, какой дом мы пропустили, и на этом мы будем, наверное, уже заканчивать. Главное сейчас поспать, сохраниться. Давайте сразу глянем тогда, какой дом мы пропустили. Да, все-таки второй дом. Как-то я пропустил. Ну, нужно запомнить будет, что следующий съезд после первого. Вот здесь вот съезд, и здесь как раз справа будет дом. По-моему, я даже его видел. Я либо не стал заходить, либо я его осмотрел и не увидел там мужика. Может быть, не доглядел или типа того. В общем, заданий для говновозок у нас осталось всего лишь два. И не знаю, как пойдет, может быть, в следующей серии мы их выполним. Так, все, давайте в кроватку тепленькую. И просыпаемся мы опять ночью. Давайте глотнем, наверное, водички. Засейвимся. Блин, ничего не видно. Так, нормально. Блин, еще и есть хочется. И фишка-то в том, что вся еда у нас в грузовике. По-моему, здесь еды больше не осталось. А, вот что-то лежит, кажись. А нет, нам повезло, кажись. Да, что-то здесь валяется. Сосисочки. Ну, в любом случае, в следующей серии мы будем вытаскивать наш грузовик. Давайте здесь отольем. Блин, такое ощущение, что моча как-то в темноте светится. Ну, вы сами видите. Красота. Природа. А что это за лампочки, кстати? Ну, я сейчас не пойму, что это такое вообще. Это на дереве или что это? Или это вышка где-то вдалеке? Сейчас не разобрать абсолютно ничего. Короче, сейчас мы посым. Все, смотрите, у нас только заполненная шкала загрязнения. Ой-ой-ой-ой-ой, а что, электричество вырубилось? Скачки напряжения или что это было? Я не знал, что здесь такое есть. Блин, ну, это немножко крипово было, но прикольно. Так, все, давайте сейвимся. Так, туалет. Тут свет, кстати, включен. Ну и на этом мы, наверное, закончим. Кстати, могу вам показать свой скин, который я делаю. Как вы видите, вот такой вот камуфляжный, можно его так назвать. Хотя нет, это вообще ни разу не камуфляжный. В общем, в стиле нашей шапки в группе ВКонтакте. Кстати, вступайте обязательно. И, как вы видите, логотипчик на капоте. Но стоит покраска вроде как в игре 20 тысяч или около того, то есть нам копить и копить. Для тех, кто не знает, чтобы совершить покраску в собственный скин, для этого нужно, во-первых, закинуть скин в файлы игры, во-вторых, приехать в сервис и попросить специальную покраску с использованием как раз-то собственного скина, и стоит все это дело около 20 тысяч. Вот такие вот дела. Ладно, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.